Когда стало известно, что капитальный ремонт взрослой поликлиники города Видное пройдет в 2020 году, возникли опасения, что на сроки проведения работ может негативно повлиять ситуация с пандемией COVID-19. Несмотря на это, реализация проекта началась даже раньше, чем это было запланировано. Ну, запланировано так, что будут определенные секции, значит, по определенным услугам медицинским. Плюс ко всему, значит, будут достаточно просторные холлы, холлы ожидания. В рамках капитального ремонта будут проведены не только фасадные и внутренние работы, но и произведена замена инженерных коммуникаций. Также планируется изменить навигацию посетителей, чтобы разделить потоки пациентов. Главе Ленинского городского округа Алексею Спасскому на чертежах было показано, какие правки были внесены в изначальный проект. Инициатива больницы Крикунова, мы как исполнители, а заказчик просто согласовывает, что он не против, да, всего вот этого. Осталось помолиться только, чтобы вот эти приходящие обстоятельства. Это не помешало. Да, есть такое дело. Спасибо. Сейчас идет самый сложный этап работ, касающийся замены инженерных сетей. Ремонт ведется активно, ведь открытие обновленной поликлиники как можно быстрее в интересах жителей округа. Проговорили, в общем-то, выдано уверение под камеры, вы тоже это засняли, о том, что до конца года, ну, большая часть работ будет исполнена, поэтому будем контролировать в обязательном порядке события, повторюсь, очень долгожданные, очень нужные для всего городского округа. По окончании ремонта медицинское учреждение будет соответствовать стандартам федерального проекта «Бережливая поликлиника», суть которой в оптимизации ресурсов, времени и качества обслуживания посетителей. Дмитрий Книга, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, Видное ТВ.